Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 7. Выполни действие. 30 километров минус 5 километров 964 метра, деленное на 6, равно 30 километров – это 30 тысяч метров. 5 километров 964 метра – это 5964 метра. Выполнив вычитание, мы получим, что это 4006 метров, разделив на 6. Переведем километры в метры, мы узнаем, что это 4 километра 6 метров. Выполним вычитание по действиям. 30 километров – это 30 тысяч метров, минус 5 километров 964 метра – это 5964. Выполняем вычитание. От нуля 4 не отнимешь, занимаем. 10 минус 4 – 6, 9 минус 6 – 3, 9 минус 9 – 0, 9 минус 5 – 4, и 3 – это 2, так как мы занимали. Получили ответ – 24 тысячи 36 метров. 24 тысячи 36 метров разделим на 6. Первое неполное – это 24, делим на 6, берем по 4. 4 умножаю на 6, получаю 24. 24 минус 24 будет 0. Сносим 0, делим на 6, берем по 0. Сносим 3, делим 3 на 6, берем по 0. Сносим 6, теперь вот только 36 мы можем разделить на 6. Получаем 6. 6 умножить на 6 – 36. Проверим количество цифр в частном. Первое неполное – это одна цифра в частном. Раз, два, три, четыре. Проверяем. Раз, два, три, четыре. Все верно. Мы получили 4006 метров. По-другому это 4 километра 6 метров. Переходим ко второму выражению. 40 километров 20 метров минус 78 метров 28 миллиметров, умноженных на 500. Выполним данные вычисления по действиям. Первым действием мы 78 метров 28 миллиметров переведем в миллиметры. Это будет 78 тысяч 28 миллиметров. Умножим на 500. Запишем нули справа от чисел и снесем их в ответ. 5 умножить на 8 будет 40. 0 пишу, 4 запоминаю. 5 умножаю на 2 будет 10. Плюс 4 – это 14. 4 пишу, 1 запоминаю. 5 умножаю на 0 – это 0. Плюс 1 будет 1. 5 умножить на 8 будет 40. 0 пишу, 4 запоминаю. 5 умножить на 7 будет 35, плюс 4 – 39. У нас получился ответ – 39 миллионов 14 тысяч миллиметров. Второе действие. 40 километров – это 20 метров. Это получается 40 миллионов 20 тысяч метров. Переводим, вычитаем. Получаем 1 миллион 6 тысяч. 1 миллион 6 тысяч миллиметров – это 1 километр 6 метров. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.